Здравствуйте. Недавно в народной газете «Трибуна» появился довольно острый материал под названием «За пышным фасадом». Мы решили встретиться с автором этой публикации, который, наверное, взорвал спокойствие в городе Усинске. А это, оказывается, Дмитрий Александрович, да еще член Общественной палаты Республики Коми. Дмитрий Александрович, в чем дело? Что там происходит такое в Усинске? Достаточно серьезная и острая ситуация сложилась в ЖКХ. Так вот, в Усинске есть прекрасная, не только с моей точки зрения, а с точки зрения жильцов, да, с точки зрения моих земляков, прекрасная управляющая компания. Называется она «Универсал». Ей руководит Ирина Цепищук. Что сделала Ирина Цепищук? Она со своими экономистами посчитала экономику и пришла к выводу, что она в эпоху повышения цен может снизить для населения тарифы на 10%. Знаете, вот здесь проблемы и начались, потому что после того, как Ирина Цепищук и ее «Универсал» снизили на 10% тарифы, параллельно Ирина Анатольевна предложила создать общественный экспертный совет в сфере ЖКХ в Усинске. Причем она абсолютно разумно пригласила и предложила туда войти разным людям. И соратникам, и оппонентам, но тем, кто что-то в этом понимает. Странным образом обе эти инициативы, снижение тарифов и создание экспертного совета, они почему-то были восприняты очень болезненно, очень в штыки администрации муниципалитета и лично ее руководителем Александром Романовичем Тяном. Вот скажите, пожалуйста, вы готовы пригласить нас в ваш прекрасный город Усинск? Абсолютно готов. Усинск, мы обязательно выйдем и буквально на днях, и мы разберемся, что, чего и как. Милости просим. Спасибо. Нас пригласили, и долго нас упрашивать не нужно. Мы собрались и в 13-м вагоне едем в Усинск. Ну вот и управляющая компания «Универсал». Ну, надо зайти посмотреть, что ж там за этими дверками творится-то. Ну что, здесь-то стендики, так это все как будто бы написано красиво, да тут и гарматенок немало. Но к этому мы уже, наверное, привыкли, а вот какая работа проводится? Простите, Ирина Анатольевна, это вы, да? Они сегодня подвели итоги по поводу, может, председатель создания совета дома. А для чего вы создаете этот совет дома? Для того, чтобы контролировать и планировать работу управляющей компании. И как вы собираетесь контролировать? Работу компании мы видим в своих подъездах около своего дома. А финансовые раскладки все мы приходим и нам дают. Да я не знаю, вот цены растут, все люди жалуются, что в Усинске уже непомерные цены за ЖКХ. А вы тут нам сказки рассказываете. Приходите в наш дом, посмотрите. Не, мы придем обязательно. Мы решили создать совет дома, потому что у нас на самом деле наболевшее очень стало, когда стали два хозяйствующих субъекта делить наш дом, когда задействовали всех людей. Так понятно же почему, надо же деньги-то пилить. Вот с трудом верится, что вот все так хорошо, все так красиво. А как у вас вот ценовая политика? Что касается снижения, то есть мы его планировали. Так как мы на рынке... Я не понял, у вас что, еще снижают, что ли, цены? Да, мы с 1 января снизили на 10%. Не понял. Задержание, текущий ремонт. Все повышают, что-то здесь явно не то. Мы снизили затраты, и та расходная часть, которая у нас осталась между тем, которое мы тратим на подрядные организации, на свое содержание, то есть у нас остались деньги, и мы решили здесь людям сделать... Я, Анатольевна... Мы хотим сами убедиться в том, что у вас получается, что вот о вас говорят, где правда, где неправда, и потом мы сделаем сами свои выводы. Говорят, вот в этом здании находится новая фирма «Доверие». Ну, зайдем. Или это запрещено? Это не запрещено. Сейчас, секунду, я тут скажу. Здесь более интереснее нас встречают. Вот в эту управляющую компанию зайти не так легко. Ждем-с, когда
соизволят нас сюда запустить. Правы. Здравствуйте. Телевидение Республики Коми, программа «Телезащитник». Мы хотели бы встретиться с управляющей компанией «Доверие». «Доверие». Прямо сейчас? Прямо сейчас. А что, это секрет большой? Нет, это не секрет, просто я сейчас через, буквально через 5 минут уезжаю. Нам хватит 5 минут. 5 минут хватит? Конечно. Пойдемте, разберемся. Вы руководитель управляющей компании? Да. Скажите, пожалуйста, сколько у вас сейчас в вашей управляющей компании домов? В нашей управляющей компании? Да. На сегодняшний день о доверии пока что нет еще жилого фонда. Скажите, пожалуйста, а вот каким образом вы сейчас решаете вопрос по этим домам? Кто вам эти дома выделит? Кто эти дома выделит? Да. Ну, была проведена определенное мероприятие, определенная процедура. Сейчас, на сегодняшний день, данное решение выносит суд и прокуратура. Сколько у вас вот на сегодняшний день работников? На сегодняшний день работников? Да. Я являюсь работником, бухгалтер является работником и юрист. Три человека. Да. А вот электрики, дворники, сантехники. С 1 марта планируем заключение договоров, опять же таки, после решения прокуратуры суда. Угу. Планируем. Вот так, коротко и ясно. Юридически управляющая компания «Доверие» есть, а фактически ни дворников, ни метлы, ни электриков, ни сантехников нет. Но к этому можно уже привыкнуть, в системе жилищно-коммунального хозяйства. Скажите, в прокуратуре что-нибудь известно, ну, будем говорить так, какой-то некой конфликтной ситуации среди управляющих компаний? В настоящее время прокуратура города проводится проверка по обращениям генерального директора управляющей компании «Универсал» по вопросам законности проведения у доверия собраний по многоквартирному жилому фонду, находящемуся в обслуживании у «Универсал», и в части законности действий его доверия по соблюдению требований жилищного законодательства. Прокуратура города в настоящий момент окончательное решение не принято в связи с тем, что у доверия не представлен полный пакет документов, несмотря на неоднократные требования прокурора города о представлении документов для принятия решения по существу поставленных обращений Цепищук Ирины Анатольевны вопросов. Соответственно, прокурором города подготовлено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 17.7 Кодекса административных правонарушений в отношении директора ООО «Доверие». Теперь мы еще раз зайдем вот в эту управляющую компанию «Универсал». Вчера, может быть, что-то было не так. А ну-ка глянем насчет охраны. Можно? Здравствуйте. К вам-то как? Можно заходить? Нельзя? Можно. Оказывается, сюда можно заходить свободно и сегодня. Входы подъездов, да. Да. Это не тайна, нет? Нет. Нельзя. Ага. И вот это вот расположение ваших домов. Да, да, да. То есть вы нам на некоторое время, пожалуйста, можете дать, да? Мы вам привезем, все оставим, да, так, как есть. Ну вот, наверное, очередной дом. Такие рисунки. И цифра-то 13. Что-то нам везет на цифру 13. То вагон 13, то дом 13. Но правда, по улице Комсомольской. Так, дорожки посыпаны. Здесь, наверное, все-таки можно идти нормально. Вот хотелось бы зайти в подъезды, а то нам очень много чего наговорили. А вот как оно на самом деле, мы сейчас посмотрим. Вот первый подъезд, который хочется снять и показать. Вот цветочки есть. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, это телекомпания «Юрган». Скажите, пожалуйста, вы знаете вашу управляющую компанию? Да, конечно. Это «Универсал». «Универсал», да? Скажите, пожалуйста, только вот честно скажите, вы довольны вашей управляющей компанией? А вот чем? Все работает, исправляет. Я недавно прорвал трубу, молодцы, поменяли быстро на горячее. Скажите, пожалуйста, а вот как по денежке, как? Как и у всех. Сумма устраивает вполне. То есть для меня нормально.
Нормально. А вообще как вот в подъездах, порядок, непорядок? Ну, как видите, ремонт сделан, аккуратно все стараются. Давно сделали здесь ремонт? По-моему, в прошлом году. В прошлом году уже сделали ремонт. Ну, понятно. Спасибо. Спасибо. Ну, вот как будто бы... О! Свет сам зажигается. Ну, везде одна и та же картина, поэтому вопросов нет. Поедем в другой дом. Ну, вот очередной дом, Зайдем в него. Техника-то работает, а вот что там в подъездах делается? Так. Ну, вот еще один подъезд, ковровая дорожка. Ну, и вот, наверное, такие занавесочки, они тоже бы... Были бы неплохо бы смотрелись в каждом доме. Ну что, пойдем в другой подъезд. Все покажем, все увидим. В принципе, по-моему, все подъезды похожи как близнецы друг на друга. Скажите, пожалуйста, сегодня остро стоит проблема жилищно-коммунального хозяйства. Как у вас? Только честно. Честно, но мы довольны своей управляющей компанией. У вас какая компания? У нас управляющая компания «Универсал». Ну и чем довольны-то? Да все делается. Что нас не устраивает, мы звоним, все исправляют. Вот нам снизили даже, пришли новые квитанции. Да ладно, не может быть так. Да серьезно. Да. Да серьезно. Вы там случайно не работаете в этой компании? Нет, абсолютно не связаны. И намного снизили? На 10% они снизили. Ну это 10% сколько? 10 копеек, да? Почему 10 копеек-то? У меня там было что-то около 2000, сейчас 1800, нормально. Ну вот, очередной подъездик. Да. Ну, здесь, конечно... Ой-ой-ой. Так, управляющая чего? Непонятно. В общем, модуль, по идее. Ну, правда, ни объявлений, ничего нет. Все. Маленькие вандалы. О! Ну, это такая уж нормальная картина. Почему у вас так страшно в ваших подъездах? Что такое? Вы хоть знаете вашу управляющую компанию? Знаю, модуль. А давно у вас тут ремонты делались? Давно, очень давно. Вы довольны работой? Да, конечно. Кто тут это будет доволен? Если здесь дверь не закрывается, вообще не закрывается. За что вот это? Мы платим каждый месяц по 1000 с лишним вот за этот ремонт. А ремонта уже, по-моему, 3 года не было. С управляющими компаниями мы встретились. В домах побывали, в подъездах. С людьми переговорили. А вот интересно... Вот здесь мнение узнать. У вас появилась управляющая компания «Доверие». Мы сходили. Ну, с боем мы прорвались все-таки в эту компанию. И оказалось, что там сегодня аж 3 сотрудника. Достаточно много. Достаточно много, там. Да. То есть они, наверное, и электрики, и сантехники, и директора. Вот, вот наверное, директора. Вот вы скажите, какой смысл в создании подобной компании? Я хочу сказать, что вот как депутат, как председатель комиссии, по эту ситуацию мы знаем. Мы в курсе, мы и комиссии собирали. Но опять, это жителям решать. Мы не вправе ничего сегодня сделать. Потому что закон гласит, что выбирать жителям. Будь то «Доверие», другая компания, третья. Хорошо. Есть у вас компания «Универсал», которая на этом рынке уже давным-давно. Компания «Универсал» действительно давно работает, и сказать ни хорошего, ни плохого я о них не могу и не буду. А мешать им никто не будет? Мешать им никто не должен, оказывать хорошую услугу. Угу. Это мое личное мнение. Вот в газете «Трибуна» появился материал, посвященный проблемам жилищно-коммунального хозяйства, а в частности управляющим компаниям. Что вообще за сыр-бор происходит? У нас? Да. Ну, нормальные демократические процессы. Нужно ли много управляющих компаний в городе? Или нужны те, которые работают? Ну, давайте так. Сначала отвечу вот что. 3 года назад у нас было управляющих компаний, если не ошибаюсь, 33 или даже 35.
Да. На наш город. Представляешь, что это было? Ну, это кошмар. Да, кошмар. Не знаешь, где и кого брать, и за что брать, и за что подтягивать. И если сегодня у нас компания этих 12 осталась, или 13, это уже, значит, многое делается. Но очень важно, чтобы те управляющие компании, которые сегодня функционируют, которые работают, чтобы они работали на созидание и на улучшение жилищной услуги. В части повышения качества и, соответственно, удешевление продукта своего. Мы ввели поправочный коэффициент, что на старое жилье поднимаем, а на новом жилье понижаем стоимость. Разгорелся сыр-бор. Те управляющие компании, у которых был более-менее новый жилищный ресурс, соответственно, они не заинтересованы в этом поправочном коэффициенте. Администрация какую занимает, собственно говоря, в этом направлении позицию? Вот, допустим, люди работают. Есть те люди, которые работают. Им по рукам бьют или не бьют? Вы знаете, я считаю, что муниципалитет никогда не ставил задачу бить кого-то по рукам. Мы постарались проехать, сколько домов проехали, столько проехали. Разных управляющих компаний. То есть у нас нет какой-то направленности. Ну, это правильно, это правильно. Совершенно разные. То есть картинки совершенно разные. Да, и мнения людей совершенно разные. Я сегодня поддерживаю собственников. Приоритеты никогда и никому отдавать не будем. Муниципалитет только на стороне собственника. Все, другого не будет. Мы уезжаем в Сыктывкар, Сусинска, где пытались разобраться в системе жилищно-коммунального хозяйства этого города. Дело это очень непростое, наверное, как и во всей стране. Вывод можно сделать только один. Управляющую компанию должны выбирать собственники жилья. И именно они должны контролировать эту работу. Вот тогда будет порядок. Вот тогда мы будем знать, за что и кому мы платим.